В светлых залах подстанции светло и невероятно тихо. Оснащение «Северной» больше напоминает картинки сверхсекретных лабораторий из научно-фантастических фильмов. Хотя, как шутят сами энергетики, ничего секретного в этом нет. Просто во время строительства и монтажа помещений использовалось оборудование последнего поколения, причем в большинстве своем отечественного производства. При строительстве подстанции применены современное оборудование отечественного и зарубежного производства. Все основные оборудования очень компактные, значит, это огромное преимущество при городских застройках. Применены, значит, трансформаторы мощностью 40 тысяч ква, две штуки, производство Кентауского трансформаторного завода. Оборудование комплектных распределительных устройств 10 кВт, полностью, значит, производство Кентауского трансформаторного завода. Те оборудования и устройства, которые не выпускаются в Казахстане, были приобретены в России и дальнего зарубежья. Всей этой технической махиной управляет один инженер-диспетчер, а сам диспетчерский пункт умещается в одном базовом компьютере, в базу которого со всего района стекаются сведения о работе электрических сетей. Новая подстанция готова обслуживать все социально значимые объекты микрорайонов Нурсат, Нуртас и Кайтпас-1, а также абонентов физических лиц. На эту подстанцию будут переводиться нагрузки социально значимых объектов, которые расположены в микрорайоне Нурсат, Кайтпас и Нуртас. Будут переводиться такие жизненно важные социальные объекты, как родильный дом, областная детская больница с поликлиникой, поликлиника микрорайона Кайтпас, Назарбаев интеллектуальная школа, а также жилые дома расположены в микрорайоне Нурсат, Кайтпас-1 и по улице Арғынбекова общим количеством абонентов около 10 тысяч. Помимо международных стандартов, у новой подстанции «Северная» есть и серьезное преимущество – закрытый тип. Такого рода подстанции специально предназначены для возведения в условиях городской застройки. Санитарная зона «Северной» составляет всего 30 метров, тогда как обычная электроподстанция не позволяет возводить здания и сооружения ближе, чем на 200 метров.